Библейский портал экзегет.ру представляет. 46 глава пророка Иезекииля. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. Мы до сих пор говорили о строительстве будущего идеального храма в Ведении Иезекииля, о том, как в этом храме разделено священное и обычное воротами, порогами, о том, как приносятся жертвы пасхальные и разные другие жертвы. Вот как раз предыдущая, 45-я глава об этом говорит. Но прежде чем это сказать, она говорит, что надо быть честными в торговле, и что у правителя есть своя территория. Он берет очень небольшие, ничтожные, по сути дела, налоги на как раз ритуальные нужды. А вот 46-я глава больше говорит о разделении обычного и священного в отношении времени. Это время — тот ресурс, который есть у каждого человека, пока он жив соответственно, каждый человек может уделять от этого ресурса что-то для Бога, для молитвы, общения с Ним. Суббота, такой день, и для Эзекииля он невероятно важен. Так говорит Владыка Господь. Ворота внутреннего двора, обращенные на восток, пусть будут закрыты шесть рабочих дней. А в субботний день отворены, и в новолуние тоже отворены. Вот новолуние – праздник, который раз в месяц бывает. Пусть правитель войдет в них через притвор. Он встанет у косяка ворот, и священники принесут его все сожжения и мирные жертвы. И он поклонится Господу, на пороге ворот и выйдет. А ворота останутся открытыми до вечера. И простой народ будет поклоняться Господу у входа в ворота по субботам и новолуния. То есть праздник – это повод открытий лишние ворота, да, внутреннего двора, обращенные на восток. Праздник – это время, когда доступ к Богу, доступ к святилище открывается, облегчается, становится возможным. Вот какое сожжение должен приносить правитель Господу по субботам. Шесть ягнят без недостатков и одного барашка без недостатков. Хлебное приношение с барашком, одна эфа, с ягнятами по желанию. Вот, наконец-то, у языки или что-то не регламентировано в первый раз. Оливковое масло пусть будет хин на ифу. Я сейчас не буду напоминать объемы эти, но достаточно серьезные объемы. А в новолуние бычка без недостатков и стада, есть и барашка без недостатков. Важный признак, да, что берется не хромое увечное животное, которое никому не нужно, а лучшее, наоборот. Хлебное приношение с бычком – 1 эфа, с барашком – одна ифа, с игнятами по желанию. Оливковое масло пусть будет хинное эфу. Ну, то есть обычные какие-то пропорции продовольствия – хлеб и мясо, основные виды пищи. И когда будет приходить правитель, пусть входит через притвор и также выходит. А когда в положенное время будет приходить Господу простой народ, то кто вошел на поклонение с северными воротами, пусть выйдет через южные, а кто вошел через южные, пусть выйдет через северные. Пусть никто не выходит, вернувшись через те же ворота, через которые вошел, а только через противоположные. Пусть будет вместе с ними и правитель, и входит одновременно с ними и выходит. Странный принцип. Какая разница через какие ворота входить? Тем более, что разницы между северными и южными нет. Народ может входить через любые. Но мне кажется, здесь смысл в том, что в святилище нужно задержаться. Что вот нельзя заскочить на минутку. Вот через него надо пройти, нужно в этом святилище побывать. И потом выйти, выйти другим. Вот человек, приходя к Богу, выходит другим, пусть даже просто символически другими воротами. В праздники и в положенные дни пусть хлебное приношение от него будет отправителя. По эфе с каждым бычком и по эфе с каждым барашком, а с ягнятами по желанию. Но это у него постоянно ягнята такие. Ну вот с ними по правилам не получается, слишком они разные. Оливковое масло пусть будет хин на эфу. А если правитель сам пожелает принести все сожжения или мирные жертвы, это добровольная жертва Господу, не регламентированная ритуалом, то пусть отворят для него восточные ворота, о, которые вообще-то должны быть запертыми. Об этом мы читали в одной из предыдущих глав. Пусть он принесет все сожжения и мирные жертвы, как это бывает в субботу, и когда он выйдет, пусть за ним затворят ворота. Вот есть привилегия у правителя, Иезекииль его не называет царем, поскольку подлинным царем Израиля выступает все-таки только Господь, а это наместник его на земле. Но вот в какой-то момент, когда царь приносит жертвы, он Подобен Мессии. Вот эти самые ворота замурованные, до сих пор золотые ворота замурованы в Иерусалиме. Ну, это долгая и сложная история, конечно, из тех времен это идет, но вот представление о том, что некоторые ворота только для Бога, только для Мессии, для того царя, который э, осуществляет его правление на земле. «Каждый день приноси Господу во всесожжение годовалого ягненка без порока, приноси его по утрам». Хлебное приношение при нем шестая часть ефы, муку надо полить третью хин оливкового масла. Хлебное приглашение Господу всегда должно быть таким, это будет постоянным обычаем. Каждое утро приносить ягненка во всесожжение и хлебное приношение оливковое масло. Вот, собственно, ежедневные жертвы, точно так же, как суббота отмеряет неделю, так утро отмеряет суточный цикл. Так говорит Владыка Господь. Если правитель даст землю в дар одному из своих сыновей, этот участок перейдет к его внукам, станет их наследственным владением. Но если даст участок из своего удела из, одному из своих слуг, он будет принадлежать тому только до года прощения долгов, потом возвратиться к владельцу. Год прощения долгов – юбилей. Вот 49 лет проходит, 50-й год аннулируются долги. Его удел только для его сыновей, но правитель пусть ничего не забирает из удела других людей, не лишает их наследственного владения. Пусть передает своим детям собственного дела, чтобы никто в моем народе не был лишен своего владения. Вот тоже интересный принцип, что у правителя свое, у народа свое. И не переходят туда и обратно. Вот есть династия правящая, которая владеет своей собственностью, есть народ, который владеет своей. Их отношения регулируются вот этими правилами, что земля вообще-то она не собственность. Земля это удел, это то, что Господь дает каждому племени каждому роду в том числе роду правителя и поэтому нельзя этим торговать как вот на рынке яблоками они у меня выросли в саду я их продал да это не у меня выросло это мне господь дал и я это храню и, соответственно это такое очень хорошее противодействие возможной алчности правителя который начнет отбирать у своих подданных затем он тот самый непонятный провожатый, который, как ангел, ведет Иезекииля по этому святилищу идеальному. Затем он провел меня боковым ходом, что у ворот к священным комнатам, которые обращены на север. В западном торце там было одно помещение, он сказал мне, вот здесь священники будут творить жертву повинности и жертву за грех и печь хлебное приношение. Нельзя выносить их во внешний двор, чтобы святыня соприкоснулась с народом. Тоже очень важный принцип. Вот все, что в храме, все, что принесено Богу, оно в храме и остается. Если это пища, ее съедают священники. И съедают внутри этой храмовой закрытой территории. Он вывел меня во внешний двор и провел по всем его четырем углам. В каждом углу был, двора был еще с дворик. В каждом из дворов двора, углов двора были крытые дворики в 40 локтей длиной и в 30 локтей шириной. То есть маленькие такие отдельные помещенницы, открытые, впрочем, у всех двориков по углам двора был один и тот же размер, все они были окружены каменными оградами, а по всему периметру стен были устроены очаги. Он сказал мне, это поварня, здесь храмовые служители будут готовить мясо, принесенных народом жертв. Вот до мельчайших ритуальных подробностей, где э, кто и что будет варить, жарить, печь и так далее, э, важно определить, вот потому что этот храм – это храм такого идеального порядка. Понятно, что в истории его так и не построили, наверное, в истории идеального порядка просто не бывает.